14 октября. Мы сегодня с утра решили, что останемся еще здесь. Поэтому переселимся вот туда, на нижнюю полку. Там удобнее. Здесь мы скатывались всю ночь. Во-первых, скатывались. Во-вторых, я вчера пока с магазина сюда пришел, в этот сустав себе на ноге он вывернул. Да, сюда очень... Как сырых начало подниматься, нога проскользнула, и так сустав, короче, себе повредил. Очень высокий подъем, тяжелый, поэтому, сюда, наверное, мы слезем вниз. Ну сюда, потому что в сланцах вообще нереально в сырых забраться. Конечно. И вообще тут еноты бегают. Да. И воруют пакеты с мусором. Прямо из тамбура. Пакет с мусором ночью опять утащил. Вот он вчера, снимали мы его, приходил, под палаткой ползал, а потом ночью пришел, еще и пакет с мусором утащил, распатронил весь. Переселились мы со Светой с нашей горы пониже. Здесь до моря ближе ходить. Вот поставили палатку. Вот в таком местечке. Тут вроде поляна поровнее. Белье настирали в море. Не знаю, что будет. Проступит соль, не проступит, но постираться уже надо было. Чтоб не воняло потом. Вот так тут вон спускаться поближе. Вот и море уже рядышком. Чайки летают под нами. Вот как мы стоим, классно. Скальник сегодня осветился солнцем. Выглядит офигенно просто. А там еще и парусник идет. Кто-то на яхте катается. Море спокойное. Вода теплая. Сходили со Светой, накупались на пляже. Вот сидим, загораем на камнях. А там наш дом наверху, по этой тропке. Света в погоне за медузой. Медуза! Короче, бедная медуза попалась. Да, конечно, тяжелая. Но красивая, как хрустальная ваза. Ага. Отпусти, отпусти животное. Хватит мучать. Thank you.
принес с моря добычу. Целого краба. Упирается. Больно же, что ты делаешь? Давай его посадим на камень. Он еще... Не хочет бежать. Побежал. Лови. Какой красавец. Прикольно. Подходит лайнер с какими-то, видимо, туристами в порт. Ну, к пристани, наверное. Это пристань, скорее всего, Джанхот. Туристов куча. Сейчас припаркуются. Пойдут ребята гулять, выпустят их с лодки с большой. А мы на свободе, да, Свет? Решили мы со Светой сделать себе сувенир, но не знаю, что из этого получится. Вот крабика засушить. Не знаю, засохнет, не засохнет. В интернете почитали, все там пишут, что-то надо там солить, варить, в морозилке держать. Ну, короче, мы решили, что да ну его нафиг, на солнце высохнет. Опускается вечер потихонечку. Поделали сегодня кое-какие дела со Светой. Вот солнышко садится, скоро стемнеет. Красивый закат. Пароход приплыл обратно. Народ забирать. Нагулялись по берегу, куда-то уходил. Пароход куда-то уходил. Забрал кораблик пассажиров, повез дальше. Чадит, как кочегарка. Вот сколько с него дыма летит. А тут рядом с нами вот такая красивейшая яхта. Октября. Море сегодня волнуется. Вот такая вот волна идет. Как-то маленько подиспортилась. Там он еще круче пенится все. А мы собрались со Светой сходить до магазина в Джанхот. Так, заодно что-нибудь поснимаем. Там, кстати, памятник, оказывается, есть этот. Ой. Жемчужина желания. Сейчас снимем. Мимо пойдем. Мы просто не знали, что это. Как называется, видеть-то уже видели, но как называется, не знали. Вот какая сегодня волна. Джанхот. Тут, кстати, сейчас будем проходить очень интересное место. В скалах. Целые промоины. Видимо, когда-то там вода текла и вымыла. Целые тоннели. Какие скальники. И вот это, я так полагаю, грот вымыло водой. Вот он куда-то туда уходит. Тут можно залезть в него. Не знаю, что тут. Может и не водой, но скорее всего водой вымыло. Думаю, что водой. Вот. Целый грот получился. Еще где-то был. А, вот здесь вот.
тоже вот видно, что вода стекала, сочилась оттуда. Сейчас. Вот, друзья, мы проходили мимо уже это место, но я как бы не знал, что это жемчужина желаний. Вот лавочка, ну и сама жемчужина. Внутри вот этого шара там фонарь стоит, я так полагаю, вечером он горит. Что там написано? Ну, было когда-то. Жин желаний. Ничего. Жин желаний. Короче, отвалилось. Фу, поржавело. Недавно поставили и уже все поломали. Ну или сама отвалилась, не знаю. Короче говоря, как-то некачественно сделана жемчужина желаний. Даже сама себя не может сохранить. Еще в Джанхоте есть дом-музей Короленко, писателя. Туда мы не ходили. Вот такой вот мостик. Здесь когда-то река была, но она пересохла. Плакучая ива, выглядит вообще здорово. А еще, друзья, здесь есть пицунская сосна. Вот это вот как раз она. Это, как говорится, растение, занесенное в Красную книгу. Растет вот на склонах, и мы как раз стоим в ней. Запах просто божественный, хвойный. Этой пицунской сосны просто суперский. Ну, говорят, что она якобы довольно редкое растение, исчезающее. Иголки длиннющие. Иголки, да, у нее вообще длиннющие. Вот, Света в руке держит. Как кедровые. Ну да, вот на ладони. Вот это вот пицунская сосна вот так вот выглядит. Вот она. Все, мы в ней и стоим. В общем-то, как наша, только что иголки очень длинные. А мы подходим к беседке. Вот такой вот ротонде классный. Выглядит она вообще здоровски. С такими орнаментами. Даже колонны все в орнаменте. Классная беседка. Вот и южную растительность уже затронула осень. Листья красные появились. Ну а вот это, друзья, собственно говоря, и есть русло реки Хатыцай, на которой стоит Джанхот. Но реки как таковой нет. Все пересохшее. Вот так река называется Хатыцай. Нашли со Светой какие-то фрукты. Вот с такого дерева. Как называется, не знаю. Надо у кого-то спросить, как это называется. А сюда нам со Светой тащиться с рюкзаками, потом пансионат Джанхот. Здесь остановка автобусная. Нашли снова нового друга. Он еще и цапается. Да? Что, чуть не укусил ты? К тебе побежал просто. Ну, что ты делаешь? Мой неугомонный трудяшка все что-то делает. Как тарзан в джунглях. Обустраивает быт. Замариновался у нас уже шашлычок из курицы. Мы его вот на такие палочки надевали. Нашли. Попробуем все это дело пожарить. Нашли мы тут прямо на месте вот такой вот мангал, уголь, розжиг. В общем, тут все было у людей пооставлено, брошено. Мы решили воспользоваться. Купили в магазине курочки. Вот будем делать шашлыки. Здорово. Да, сейчас посмотрим, что у нас получится на этих палках. Сегодня у нас будет, надеюсь, будет праздник живота. Хотелось бы.
Вот так вот, друзья, и живем. Любуемся на Черное море с прекрасного скального берега. Попиваем лимонадик. Вкусный, кстати, лимонадик. Дешевый, вкусный. Да, лимонад неплохой, вкусный, правда. Ну и жарим на портативных шампурах шашлык из курицы. Потом снимем вам то, что у меня получилось тут, да, Свет? Да. Что, газетки читаем еще? Да, застарелая пресса. А еще у нас к шашлыку сегодня будет салат. Из чего там? Огурчики, помидоры, огурцы и лук репчатый. Еще майонезик. Блюдо потихонечку жарится. О, какая красота. Вот, как бы, наш праздничный ужин сегодня. Наступило самое любимое время для туриста. Да, поесть. Да. Короче говоря, поесть у нас сегодня богато. Мы курицы нажарили, целых 7 кусков. Давно уже хотелось что-то такого на мангале, чтобы сделать салатик, хлебушек. В общем, у нас сегодня... Супер сегодня у нас была еда. Так что мы садимся за стол, будем обедать. Приятного аппетита! Вот сидим со Светланкой, кушаем. И мысли такие в голове. Как мы устали, от этого отдыха. Как мы устали от этого моря черного, которое все тут плещет под боком. Как мы устали от этого солнца теплого, которое греет. Как мы от этих гор устали и красивых, которые нас окружают. Просто ужас. А как мы есть устали. А как мы есть устали. Этот салат из помидор с огурцами, с южными, наверное. Да? Мы все же сегодня у мужичка купили своих домашних. Вот. От этой курицы, жареной на мангале. Как мы устали от этого отдыха. Ну просто ужас, да, Свет? Вообще какой-то кошмар. Как домой хочется жуть. Нет, домой просто так жуть, как не хочется. Вот прямо вообще жуть, как не хочется домой. Как нам тут вроде хорошо, хотя мы устали. Мы тут устали. Да, мы тут устали. Всем, ребята, привет с Черного моря. Если кушаете, приятного аппетита. Рома решил полезть на гору. Повыше окрестности пошел осваивать. Приперлись еноты. Блин, убежал, что ли? Разодрались несколько енотов у нас. Вот они где-то рядом. Разодрались. Я поставил ложку с шашлыком.
с костями. Вон он бежит. Вот он. Пришел, товарищ дорогой. Вот, снова пришел друг, товарищ. Офигеть, прямо в упор к палатке подходит. Вообще борзый. Он нас даже не боится. Майонез, да, лижет, в чем шашлык был замаринован. Ты что делаешь? Вот она, посвети. Ты куда колобаху потащил? Ты куда колобаху потащил? Дай колобаху, говорю. Надо ее сюда. Вот вообще хитрый. Их два тут, два, смотри-ка. Второй пришел еще. Этот все равно уносит колобаху. Вообще наглый. Вот стой колобаху, грёз, стой колобаху. Колобаху не трогай, сам иди, колобаху не дам. И вот новый заход. Снова мы будем вылизывать тут все. Офигеть. Лижет там, лижется и не хочет вылазить даже. Выгнал своего собрата, да? Выгнал. Все тебе достанется, все тебе одному, жадюга. Снова пришел друг, товарищ. А второй там сидит, у сосны, боится к нам подойти. Этот его дерет, не пускает. О, он там. Вот сейчас второй. О, сейчас опять раздерутся. То вот только глазки в темноте. Этот все забрал, дорогу охраняет, не пускает второго. Пока один енот ест, второй идет к нам, крадется. Вот он, второй, которого выгонял этот все. Тебе уже, дружище, ничего не осталось. Там один лук с майонезом. Лук ешь. Один лук. Ничего тебе больше не будет. Офигеть, домашнее животное, да, Свет? Этот покрупнее, да? Вроде покрупнее, а все равно. Тут ему вставил люлей. Да, вот это у нас встреча с ребятами-енотами. Это вам не зоопарк. У палатки енота прикормить. Правда, я так думаю, намучаемся мы, да? Наверное. Ну все, застрял около такого. Вот и второй идет. О, сейчас третий. Сейчас вон, это третий уже, да. Один жрет наверху. Вот один, и вон еще один пришел. Офигеть, ребята, вас уже трое. Третий там жрет еще наверху. Сейчас придет им, даст по морде всем. Этот самый мелкий, вот его все и гонят отовсюду. Это, наверное, детеныш, потому что он очень мелкий по сравнению с этой. Вот это, скорее всего, самка, вон она какая крупная. Блин, вообще людей не боятся, пофиг просто. Одна жопа с хвостом торчит. Ага. Вот это зоопарк. Я просто в шоке. Ну-ка, Свет, посвети немножко. Короче говоря, сегодня у нас вообще тут зоопарк. Они друг на друга рычат, блин. Я пропустил тут пока фотографии делал, как они рычали друг на друга. Ну да, вон он, боится.
вроде крупный, а мелкой его отгоняет. Ну ты и морда, я тебе скажу. Наглая морда. Наглая серая морда. Наглая полосатая морда. Это вообще. Хоть жрать. Так мне хочется рожу его посмотреть. Он в этом, в банке все время. А не надо быть в банке. Вот так тебе лапами достает. Сам на меня смотрит, лапами выгребает. Лук фигачит, прикинь. Там же лук с майонезом. Нос весь в этом, в майонезе. Крошка енот. Да, все. Это существо с банкой на башке. Теперь у нас вот вечно тут сидит. Лапами выскребает, да. Сам на нас зырит. Что там, вкусно, крошечка? Кажется, наши друзья все доели и сытые отходят в сторону. Нет, нет, да, вниз пошел все. Вот такие гости у нас красивые сегодня. Очень красивые гости. И песни поют красивые. Какие трели прям заливаются. Вообще обалденно. Маленькая птичка, красивая. Утро. 16 октября. Море сегодня спокойное. Нету такого, как вчера, волны. Мы со Светой проснулись и вроде как порешили, что мы еще сегодня день постоим. Да? Да. Сейчас произойдет торжественное вскрытие гробницы Крабиона. Вот такой саркофаг мы для него выделили, для того, чтобы он под влиянием морского легкого бриза, теплого южного солнца, что-то третье надо. Ветра. Прекрасным ароматом пицунской сосны, в общем, мумифицировался. Вот, поэтому мы надеемся, что все эти составляющие факторы помогут нашему Крабиону в нашем саркофаге замумифицироваться хорошо. И мы довезем его до дома. Да, мы довезем его до дома. Ну да. Надеюсь, что довезем. Будем сушить.